Ну, по-перше, ще раз вітаю всіх зі святом. Дійсно, для театру це прем'єра, це свято. Тому що театр для того і існує, для того живе, щоб створювати вистави, інтерпретувати їх і давати на любов і суд глядача. Мені завжди були цікаві острохарактерні ролі. Одна з них була і Кармен. И сейчас, скажем так, может быть, даже сбылась одно из моих желаний исполнилось, моя мечта исполнилась в какой-то мере. Всемирный день театра поклонники нетленного искусства решили отметить в Киевской оперете. Здесь сегодня состоится премьера балетной постановки «Кармен». Чи хвилюєтеся ви дуже перед прем'єрою? Однозначно, це природньо. Знаєте, ну будь-який режисер чи артист, якщо він не хвилюється, то він не ту, ну, не тої професії людина. Актор повинен хвилюватися, режисер повинен хвилюватися. Він повинен бути впевнений. Він повинен це хвилювання не показувати акторам. Але десь внутрішньо в мені все колотить. Історія строптивої циганки, яка виривається словно віхрь в життя сержанта Хосе і спепеляє її дотла, давно стала класикою. Уже много лет образ Кармен не сходить со сцен ведущих музикальних театрів мира, поражає, волнує і пленит. Страсти накаляються на арені Карибди, де судьбу героїв предопределяє рок. В этот теплый весенний вечер зрители под стук кастаньет и звуки чарующей музыки Жоржа Бизе перенеслись в жаркую Испанию, где разбиваются сердца о каблуки непокорной красавицы Кармен. И пусть литераторы бесконечно спорят о том, была ли это любовь, но спектакли о Кармен будут и дальше собирать восторженные овации и полные залы, как и сегодня в стенах Национальной опереты Украины. Нам все понравилось очень. Вот. А сцену я уже не описать словами, мы не станцуем сейчас. Еще раз придете? Да, я думаю, придете. Наверное, идея понравилась бы с этим красным такой тканью. Что-то как-то немножко это было интересно, такая изюминка. Такое ощущение, знаете, смотришь и глаза не можешь оторвать. Просто захватывающее зрелище, очень понравилось. И, в принципе, я думаю, я буду ходить, очень нравится. Понравилось тебе? Очень, для премьеры очень модно, стильно. С новыми элементами танца все было прекрасно, получил море удовольствия несказанного. Еще раз придете на Кармен? Звучай. Да, придем. Чьи друзей проведем? Было очень волшебно, очень чувственно. Моменты просто были потрясающие, настолько страстные. Элементы фламенко, музыка, все было великолепно. Безумно, я такой бури эмоций нигде кроме рок-концертов не видел. Это что-то фантастическое. Большое уважение, большой респект постановщику.